красу ми сьогодні будемо говорити, як її створювати, як зберегти і як допомогти зрозуміти, що коли її старанно роблять для всіх, це не про нічиє, це про твоє. Наше. Про чистоту і порядок в Маріуполі сьогодні програма «Акценти» на телеканалі «Сігма». Я Ганна Дробот, вітаю. Отже, друзі, ми сьогодні розділимо нашу програму, поговоримо і про пляжі, і про парки. Якщо зацікавить вас наша тема, телефонуйте 0800 6 06 2095 або дописуйте під нашу трансляцію в Фейсбуці. А починаємо ми сьогодні з пляжної історії. Дарина на морі буває часто, особливо на канікулах. Зізнається, хотілося б більше розваг для молоді. Из спортивных площадок, наверное, больше всего хотелось бы что-то волейбольное, так как это пляж и, наверное, не знаю, может, футбол на траве, что ли. А ось пані Ольга частенько виходить до моря на пробіжку. Каже, раніше займатися спортом було небезпечно через ями на тротуарі. Нині ж навпаки. Конечно, это намного приятнее, чем спотыкаться в колдобины и по лужам прыгать. Лучше очень, мы рады, очень долго ждали, спуск еще ждем, он тоже в плохом состоянии. Конечно, очень за это благодарны и рады, и долго ждали. Реконструкція двох спусків до моря, повністю оновлена територія та комунікації. Саме такі плани у міської влади, а ще спортивні майданчики, поле для волейболу та футболу. Крім того, роздягальні, фонтанчики з питною водою та ногомийки. Заменены все опоры внешнего освещения, устраиваются детские площадки, площадка для пляжного футбола с трибунами, с ограждением, то есть высадка насаждений, тротуарные дорожки, велодорожки. Вартість проєкту – 200 мільйонів гривень. Поки триває реконструкція, для відпочивальників вже відновили доріжки до моря та тротуари. По обустройству тротуара они практически там 100% завершены. Сейчас мы там штрихи, которые там должны состыковаться с технологическими заездами, с безопасностью. Второе, выполненные работы монтажные по обустройству первой и второй насосной по канализации, когда закончится уже заезд большой грузной техники. Сейчас их задача это все подмести, вымести, для того, чтобы тут не было, опять же, дискомфорта для жителей. Ремонт охоплює 3 кілометри вздовж узбережжя. Закінчити роботи планують перед пляжним сезоном 2022 року. Отже, триває масштабна реконструкція, але треба не тільки побудувати, а ще й підтримувати. І кожного року відповідальні служби навесні готують узбережжя. І сьогодні про те, як виглядають наші міські пляжі і паркові зони, знають наші гості, директор МКП «Зеленого будівництва» Сергій Кесарєв і начальник відділу садово-паркового господарства МКП «Зеленого будівництва» та головний дендролог Маріуполя пані Наталія Гончарова. Гості, я вас вітаю. Добрий день. Отже, зараз подивились сюжет і моє перше питання до вас, пане Сергію, я так обираю. Скажіть, будь ласка, оця реконструкція, вона завершується, ще не скоро, але завершиться. Ви вже розумієте свій обсяг робіт, який вас чекає щодо вашої професії, щодо зеленого будівництва МКП, що ви будете там створювати і чи багато це для вас роботи буде? Добрый день, Анна, добрый день, телезрители. Ну, хотелось бы вначале сказать, что мы, конечно же, сейчас понимаем тот объем работ, который нас предстоит, ожидает. Да, мы уже просчитываем штат, мы смотрим, как мы будем содержать те зеленые насаждения, которые сейчас там высажены, в частности, ели. Мы сейчас понимаем, где у нас будет наше внутреннее АБК, как мы будем содержать эти футбольные поля, волейбольные поля. Поля. Сколько нам необходимо людей для содержания тех туалетов, которые будут на территории пляжа. То есть сейчас мы это все рассчитываем, просчитываем. На данном этапе, да, мы тоже участвуем частично в реконструкции левобережного пляжа. То есть мы готовим все подъездные пути, у нас их там по большому счету 4. Мы выставляем совместно с подрядчиком информационные знаки,
что мы предупреждаем людей, что сейчас идет реконструкция. Совместно с подрядчиками мы выгребаем те мусора, которые сейчас мешают жителям пройти к морю. Мы говорим о том, что сейчас проходит реконструкция, но пляжная зона открыта. Тобто люди можуть точно знати, що для них це буде безпечно цього літа, правильно? Це основна зараз задача. Вони повинні безпечно підійти к території, к місту води і безпечно купатися. На що, відповідно, получен зараз паспорт цього пляжа. Він є. А якщо говорити взагалі, чи вистачило, пані Наталю, вам весни на те, щоб підготувати узбережжя? Чи вистачило техніки, людей? Да. Пляжи на данный момент подготовлены практически в полном объеме. Вот. Ну, как бы, это и ремонт пляжного оборудования, и очистка песка вручную, механизирована. У нас ежедневно на пляже проводятся работы по фактическому содержанию. Про механізовану, мабуть, мені краще пан Сергій розкаже, так? Да, да, да. Розкажіть, яку техніку використовуєте. Значить, у нас, по большому счету, їздить одна большой трактор МТЗ-82 з навісним оборудованням, так називається Marvel, который прочищает, просеивает песок, выбирает все стекла, окуртки, какие-то большие камушки. Мы своей техникой содержим 8 км пляжа. Это пляж Левобережного района и пляж городской, и пляж Песчанки. Это 8 километров. В итоге это 50 гектар чистых площадей, где 35 гектар это прибрежная зона и 15 только зеленая зона. Содержание пляжа это не только просеивание песка. У нас есть еще ручные машины, которые там, где машина основная не доходит, под лавочками, под грибочками, она все это убирает. Мы восстановили все пляжное оборудование, которое было законсервировано на зиму. Это лавочки, урны. Мы восстановили сейчас работу наших туалетов. Вот, мы их содержим, откачиваем, убираем. Мы занимаемся дезинфекцией всего пляжного оборудования. Те же лавочки, те же урны, те же туалеты. Дезинфекция от коронавирусной инфекции. И, соответственно, мы укомплектованы полным штатом для того, чтобы производить эти работы. Угу. Знаете, я нещодавно бачила таку світлину, не знаю, может, це був такий фейк. Ну, але виглядало так, було схоже на правду. Два чоловіки тягнуть за собою якусь таку пласку решітку, це десь було в Одесі на пляжі. Вони тягнуть за собою решітку, на решітки, вона така пласка велика, на решітки гачки, за ці гачки чіпляються якісь там великі шматки паперу, наприклад, чи там пакети. Ну, тобто дрібне сміття вичистити неможливо, і взагалі я не знаю, чи можна отаким щось відчистити. Ну, і я от тому і спитала вас про цю техніку, особливо цікаво, як можна впоратися з недопалками, з дрібним сміттям, чи, наприклад, з обгортками. Це під силу вашій механізованій техніці? Звісно ж, в першу чергу вона це і вбирає. Осколки, окурки, різні бумажечки, пачки від сигарет. Це основний мусор, який є, ну, либо ветки. Але ветки ми, коли ізначально готували пляж к пляжному сезону, это к 15 мая, согласно распоряжению городского головы, мы этот большой колоссальный объем работы и выполнили. Сейчас только раз в месяц по пляжу проезжает, раз в неделю, прошу прощения, раз в неделю эта машина чистит пляжи, ну и, соответственно, убирает тут весь мусор. За час пандемии, когда мы все майже запертими были в своих местах, багато хто думав про це, що наш рятівник – це море, тому що нам є де прогулятись, де посидіти, подихати, подивитись на воду хоча б. І от на травневі свята було дуже багато людей, де й на січневі були. Тобто більше людей – більше сміття. А якщо це буде влітку, тоді, ну, я взагалі не знаю, чи можна з цим впоратися, бо дуже багато людей. От скажіть, скільки вам часу треба на те, щоб вичистити оці ваші 8 кілометрів? І як ви будете дезінфікувати і підтримувати порядок? Чи є якийсь алгоритм? Конечно, есть, можно я отвечу, да. Если мы говорим о левобережном пляже, у нас обслуживают его 8 человек. Все работы по дезинфекции, по уборке урн мы проводим до того, как люди приходят на пляж, в 7 утра. В 7 утра мы убираем все мусорники. А в котрі вы починаете? Работники зеленого строительства работают с 6 утра. Це и зелені зони, и пляжи? Так. Угу. Вот. И, соответственно, если мы говорим за городской пляж и пляж Веселка, там 23 человека.
То же самое, в 7 утра мы прошли, продезинфицировали все, пока людей еще нет, и поубирали урны. Потом в течение дня мы второй раз можем посмотреть урны, если они заполнены. Здесь мы работаем еще в тесной связке с нашим коммунальным предприятием «Коммунальдик», да, который также выставляет свои большие контейнеры, те, которые у нас по городу расставлены, и своевременно их вывозят. А от, наприклад, про контейнери, як ви вважаєте, якщо з'являться, анонсували нам таких величезних риб, яких можна буде погодувати пластиковими відходами, чи допоможе це підтримувати якось пляжі, чи зробить це їх більш охайними, як ви вважаєте? За рибою не слышу. Величезна така рибина, сітки. Це, наскільки я пам'ятаю, один з проєктів громадського бюджету. І вони будуть встановлені на пляжах, і їх можна буде пластиковими пляшками погодувати і таким чином збирати пластик. Анна, я зрозумів вопрос. Да, це, мабуть, відноситься до сортировки мусора. Я впевнений, що цей проєкт в Маріуполі возможен, частично він вже реалізовується. І це приведе культуру нашим жителям. Вони бутилку пластикову, да, якщо ми говоримо, що це буде некий маф в виде рыбы, который можно будет собирать в пластиковые бутылки, то ну, я точно, как свідомий житель, пойду и выброшу туда свою бутылку. Не все такі свідомі, культури ми ще торкнемося з вами сьогодні. Скажіть, будь ласка, колись, не колись, завжди, мабуть так, Маріуполь був дуже зеленим місцем. І зараз в місті існує концепція управління пляжами, скверами і парками. Скажіть, будь ласка, от в чому, якщо коротенько можна, цей концептуальний підхід? Ну, це ж зараз не про те, щоб посадити там щось десь, правильно? А ну, є якісь розрахунки. От про концепцію розкажіть, будь ласка. Про концепцию на данный момент, наверное, первоочередно хотелось бы затронуть тему обслуживания. Вот, то есть парки, которые прошли реконструкцию, для них был создан отдельно сформированы отдельные участки, в которых задействованы профильные специалисты. Вот. Это, как бы, ну, наверное, первоочередно. Вот, они проводят обучение среди своих работников. Вот, зеленого строительства. Вот, также была приобретена новая техника, которая не была ранее задействована. Это техника по уходу за газоном, вертикутеры, скалификаторы, аэраторы. Вот. Дальше аккумуляторные ножницы, вот, ну, газонокосилки и аппарат для измерения влажности почвы. Ага. Вот. Дальше, как бы, учитывая, что все парки, которые прошли реконструкцию, они оснащены автоматической системой полива, вот, также был создан участок по обслуживанию этих систем полива. Вот, ну, в общем. Вы робите багато чогось нового. Скажіть, будь ласка, чи зростають ваші бюджети? Ну, наприклад, порівняно 19-й, 20-й рік і 21-й. Бюджеты немного вырастают, но мы говорим об инвестициях, да, которые инвестируются в МКП зеленого будівництва. Основная цель этих инвестиций, чтобы мы теми же силами, тем же объемом людей, которые у нас сейчас есть, да, но при инвестиции в какие-то газонокосилки, да, мы уходим от ручного труда и переходим больше в механизированное. Чтобы механизировать працю, так? Так. А чи вистачає вам людей, ну, взагалі? Людей на данный момент в полном объеме выстачает, но с открытием отдельных парков, отдельных скверов мы будем дополнительно открывать точки для того, чтобы приходили новые люди на их именно содержание. А какова средняя заработная плата на предприятии? У нас средняя зарплата 11 743 гривны. Если говорить про наших рабочих по обслуживанию, да, зеленых насаждений. Если второй разряд, это те, которые больше подметают, те, которые сидят за урнами, это порядка 10 тысяч с учетом уже премии. Если третий разряд, это тот человек, который уже может ходить, косить газон, да, либо подрезать деревья, это уже порядка, грубо говоря, около 13 тысяч. 14 тысяч – это если мы уже там уверенно пилим деревья, да, это уже четвертый разряд, это уже чуть более 15 тысяч. Угу. Пані Наталю, до вас моє питання. Розкажіть, будь ласка, про, може, ті незвичні рослини, які з'явились в Маріуполі, в наших парках? Може, про дерева?
От ми спостерігали навесні, цікаві були дуже такі дерева. Це були магнолії, мабуть, да? Біля драматичного театру, так? Да, рожеві такі великі квіти. Да, в ході реконструкції в 17-18 году на території міста були дійсно висаджені как бы, ті дерева, які раніше в озеленінні практично не примінялись. Хоча в списке рекомендованих деревьев и кустарников они имеются. То есть это и магнолии, и есть азалии, это кустарники, которые высажены в районе ЦНАПа в сквере, вот, и на Веселке в парке. Вот. Магнолии, будь ласка, какие? Азалии, кустарники, магнолии в центральном сквере и ЦНАПе. Вот. И все прижились? Да. Все прижились. Также платаны массово также не применялись после реконструкции Греческой площади. Они стали массово применяться в озеленении. Сакуры тоже как бы растение достаточно несвойственное для города, но оно очень хорошо себя зарекомендовало. Але ж при створенні якоїсь, ну давайте скажемо, квітучої зони, вам треба враховувати всі нюанси від складу ґрунту до там кліматичних умов. Правильно? Давайте поговоримо з вами про відповідальність і про експерименти, наприклад. Скажіть, наскільки ви несете відповідальність за те, що дерева гинуть або квіти не приживаються? Якщо є такий механізм, то розкажіть, може якась у вас є система штрафів, наприклад. І як ви в рамках тих грошей, які у вас є, або інвестиції, або гроші платників податків, мої, наприклад, ви можете дозволити собі експериментувати? Учитывая, что МКП «Зеленого строительства» – это коммунальное предприятие, вот, сильно экспериментировать мы как бы себе не позволяем. Вот. Мы пользуемся методическими рекомендациями подбора ассортимента, утвержденными 154-м приказом, а также подбор ассортимента, который в 2016 году был приобретен и разработан Киевским ботаническим садом имени Гришка. В основном мы руководствуемся именно этими, как бы можно сказать, нормативной базой. Вот. Поэтому у нас приживаемость в пределах нормы. А вот. Это норма? Норма – это до 95%. Точнее, извините, от 90, ага. Да, до 95%. Ну, тобто вы не помиляетесь? Нет, 95% – это как бы для деревьев и для кустарников, 98% согласно правилу утримания зеленых насаджений, утвержденных 105-м приказом. Угу. Давайте вот. Продолжим зараз цю тему. І я хотіла вас спитати про обрізку дерев. Ми навіть підготували з цього приводу декілька світлин. Перша світлина, зараз ми її побачимо, побачать наші глядачі. Саме так зараз виглядає Куінжі 88. От зараз такий двір. Навесні була проведена обрізка, так пообрізали гілки і зараз виглядає отак. На наступній світлині ми побачимо іншу картину. Ми побачимо вулицю архітектора Нільсона, яка пережила отаку обрізку декілька років тому. От так зараз виглядають дерева, а виглядали так, як на Куінжі 88. Тобто зараз все зелене, все прекрасно. Але в мене таке питання. Багато я сперечань зустрічала в соціальних мережах. Багато хто з людей каже, що це такий варварський спосіб, і так робити не можна, і взагалі дерева від цього гинуть. Зараз те, що ми з вами побачили, може вони там десь і гинуть, я не знаю, ви мені розкажіть, будь ласка, тому що я ось те, що побачила, те і показала. Наскільки оцей спосіб обрізки, він правильний, чому він саме такий? Чому саме так обрізаються гілки? Як обираються гілки, які треба обрізати? І що це взагалі дає деревам далі? За який період вони можуть там якось оновитись? От про це розкажіть. В Зеленстрое, скажем так, работают только как бы квалифицированные сотрудники. То есть обрезку проводят работники 4-5 разряда под руководством мастера или начальника района, которые имеют и профильное образование, и опыт работы достаточно высокий. Вот. Ну, данный вид обрезки, который показали, это обрезка либо на омоложение, либо, возможно, санитарная, то есть дерево погибало. Uh-huh. Вот. Обрезка на омоложение, она допустима. Вот. И она проводится достаточно часто, и в ней нет ничего как бы пагубного для дерева. Но, опять-таки,
Есть рекомендации по этому поводу. То есть желательно проводить эти обрезки на омоложение в 2-3 этапа. То есть, допустим, первый этап обрезки – это до 30% дерева, и на следующий год еще эти 30% можно срезать. Ну, зачастую, если обрезать, допустим, некоторые виды деревьев свыше 40%, даже 50%, вот как, это не будет пагубно для дерева. Но, опять-таки, это зависит от сорта, от вида дерева. Ну, от можу сказати, що на Нільсона, де ми знімали, там жодного дерева не загинуло, всі оновились, але пройшло декілька років. Це 2-3 роки. 2-3 года, конечно, необходимо на то, чтобы дерево восстановилось, если не задеты какие-то несущие, господи, ветка первого порядка, если она сильно как бы не обрезана. И ваши працівники діють дуже обережно, правильно? Наши сотрудники действуют действительно аккуратно, и у них уже как бы есть опыт работы в обрезке. Хотя в основном Зеленстрой в основном обрезает, проводит санитарные обрезки, то есть это очистка от старых сухих веток. Это основной вид работы. То есть мы стараемся чтобы обрезать помимо. Чтобы можно было дерево сберегти, правильно? Конечно. Дуже багато обурень викликає той факт, що деякі люди викапують квіти. Викапують, виривають з корінням, ну, просто псують. І я бачила, як маріупольці захищають цю маріупольську красу, кидаються захищати, але ж все ж таки, тут я вважаю, теж потрібен такий концептуальний підхід. Дуже прикро на це дивитись, і я розумію, як прикро дивитись на це тим людям, які працюють над цим, над цією красою. Скажіть, будь ласка, може ви обговорювали, як можна, може обговорювали з правоохоронними органами, як можна посилити відповідальність за такі дії і може якось активізувати охорону? Я відповім. На самом деле, когда у нас начали случаться первые акты вандализма в этом году, да, когда мы начали высаживать наши однолетние цветы, это парк ВСЛ-ка, это мы готовили наши памятные знаки, тут же знак танкистам. Вот представьте, да, наши сотрудники приходят, высаживают там первую партию цветов, приходят на следующий день, чтобы продолжить эту красивую композицию, а части уже нет. Да, вот в части это, например, памятный знак танкистам. Если мы готовили его к субботе, в четверг начали первую высадку, на утро уже минус 300 штук. У вас руки не опускаются? Руки не опускаются. Мы видим, самое главное, счастливые и радостные глаза жителей. Мы делаем правильные вещи. У нас на основных парках, на основных скверах у нас есть охрана, у нас есть видеонаблюдение. Но, знаете, как бы можно поставить каждому цветку, каждому дереву охранника. Ну, а нужно ли это сделать? Нужно начинать всегда с себя. Как я уже там на одной передаче говорил, не страшны люди добрые или злые, страшны люди, которые относятся ко всему равнодушно. Вот. Если я иду, я вижу, что человек ворует, притом наши же с вами цветы, я его остановлю. Слава Богу, у меня таких случаев не было, и все, скажем так, остались живы-здоровы. Вот. А те, наши женщины, которые встают 4-5 утра, 6 они начинают рабочий день, которые, я извиняюсь, целый день сидят в этих цветниках по локти в грязи и садят эти цветы. Ну, я даже не представляю, о чем они думают, когда они приходят и видят, как вандалически, да, отнеслись к этим растениям. Ну, тобто, треба говорити, говорити и говорити. Обязательно, да. Я видел эти ролики, которые у нас в сети. Парк ВСЛ-ка, парень нарвал тюльпаны, было потом таке. Следующие видеоролики, как он их продает на Амсторе. И, мабуть, просить жителей не быть байдужими, правильно? Конечно, конечно, да. Тот же вызвать наряд полиции. Ну, мы же все живем в одном городе, все видим, видимо, это же видео в сетях. Ну. Є така можливість у нас, так. Щодо маріупольського магніту туристичного, я про фонтани зараз хочу вас ще спитати, про їх обслуговування. До речі, скільки у нас фонтанів в Маріуполі? У нас порядка 10 фонтанів.
А от щодо їхнього обслуговування, яка використовується техніка, наприклад, які прилади, може, механічні? І цікаво, у нас же маріупольці дуже в літній період приймати, люблять такі фонтанні, фонтанний душ такий. От скажіть, як ви дезінфікуєте воду, якщо дезінфікуєте? У нас в Маріуполі зараз працює порядка 10 фонтанів. 8 фонтанов, они полностью автоматизированы. Они включаются в 10 утра, выключаются в 10 вечера автоматически. Если мы говорим о площади возле драмтеатра, у нас и с света, световая подсветка идет фонтанов, и музыкальное сопровождение. Вот. Два фонтана – это наш «Посейдон», который мы уже в Приморском парке вчера запустили раньше обещанного срока, и которые в городском саду. Эти, конечно, фонтаны мы включаем собственноручно, они не на автоматическом каком-то включении. И те 8 фонтанов, которые у нас, ну скажем, они новые, работают на автомате, параллельно стоит еще установка везде обеззараживания. Обеззараживание в основном хлором. То есть мы хлором и очищаем воду, и убиваем вредные бактерии. Вот. Что касается купания. А это какой-то замкнутый цикл? Конечно, это замкнутый цикл. Вода по кругу, она не подпитывается с городских сетей. Она, это же одна и та же вода ходит по кругу. Угу. Вот. Тобто все ж таки бігати під фонтанами – це безпечно чи небезпечно? Ну, я бы сказал так, если мы говорим о городском фонтане, о фонтане, который у нас на площади Свободы, бегать можно, но нужно это все делать правильно и аккуратно. И не пыты. И не пыты. Мы должны понимать, что это все-таки скользкий пол. И я лично видел случаи, когда падали. Это очень неприятно, сердце сжимается, не нужно этого делать. Некоторые родители разрешают купаться своим детям, например, в фонтане на парке Веселка. Были даже такие родители, которые приносили надувной круг, чтобы его чадо спокойно там купался. Ну, все равно как бы нет там нормального, ну скажем, как по охране труда сделанного мостика, перил. Вот. Люди лезут на свой страх и риск, там же все из камней. Как ребенок будет спускаться, как он будет подниматься. Да, есть небольшое содержание хлора в воде, ну как бы тоже не рекомендуется. Ну, тобто, треба пам'ятати и про безпеку, и про те, що все ж таки є якісь засоби, які можуть куди управляться. Что Маріуполь – это город у моря. У нас в районе 500 метров есть нормальный пляж, есть море, куда можно сходить покупаться. Это опять же про нашу культуру. Скажіть, ми багато сьогодні говорили про літо, про тепло, а що восени? Чи ви плануєте висадку якихось нових рослин? І взагалі, як йде ваша робота от в цей період, коли вже на порозі зима? Ви якось намагаєтесь зберегти рослини, там, може, ви їх якось вкриваєте, може, обробляєте особливим якимось чином. Розкажіть, будь ласка. Ну, как бы подготовка к осеннему периоду на самом деле у нас уже начинается с тех пор, как мы высадили все цветы вот, к лету. Вот. Тобто вже зараз? Конечно, да. На данном этапе формируются планы озеленения на осень. Как бы, они уже есть, но они на стадии согласования. То есть осенью мы также планируем высадку многолетних растений. Это деревья-кустарники. Вот. Это проспект Мира, планируется высадка сакур. Вот. А также капитальный ремонт, подсадка по аллее Новороссийская, где на данный момент идет капитальный ремонт тротуаров. Также подготовка именно зеленых насаждений к осеннему периоду начинается с 1 сентября. Вот. Она включает в себя очистку газона, аэрацию, скарификацию газона, внесение минеральных удобрений под зеленое насаждение и газон. Вот. Также обрезка, деление и пересадка многолетних цветов и травянистых растений. Вот. Обрезка, окучивание роз. Вот. Ну, а также обрезка и очистка от отцветов. Также когда среднесуточная температура достигает нуля, начинается консервация фонтанов. Вот. Коли у вас більш гаряче все ж таки влітку,
в травні або все ж таки весною? Круглогодично. Весной мы готовимся к основным нашим там памятники, помогаем в обслуживании кладбищ, высаживаем цветы. Летом это покос, осень это консервация, обрезка всего, что требует обрезки. Зимой это снегоборьба. У мене складається таке враження, що ви завжди знаєте, що вам треба робити. І планування у вас дуже легке. Ну, я так зрозуміла з того, що ви зараз говорили мені. Чи це таке враження неправильно? Тобто я розумію так, що ви знаєте цей пункт сьогодні, цей пункт через два тижні, цей пункт, наприклад, у серпні, і все у вас зрозуміло. Чи ви не так плануєте свою роботу? Знаєте, я, як молодий руководитель комунального підприємства «Зеленстрой», я окунулся в команду профессионалов. У нас много отделов. Плановые, производственные, отдел садового. Каждый знает свою работу. Каждый знает, что нужно делать, когда нужно сделать. Есть соответствующие графики, есть соответствующие планы. Скажите, можно до вас потрапити, если людина просто, вона любить квіти, вона любить землю, и вона творча, але вона не дуже так, щоб щось вміла. А ви можете навчити? Ви берете до себе таких людей чи ні? Я розділю цей відповідь, якщо можна, на дві частини. Звісно, у нас є вакансії. У нас є вакансії 3-2 розряду працівників зеленого будівництва. Ми з удовольствием візьмемо любого, да, жителя нашого міста, або приїжджих. Вторая часть, да, там, чуть відповідаю на, по-другому, да, у нас є местные жители, если, да, если которые любят наши зеленые насаждения. У нас есть общественные организации, которые тоже любят зеленые насаждения. Команда «Зеленстрой» всегда поможет жителям, если жители хотят что-то сделать хорошее, там, высадить, посадить, ну, такого, да, в таком плане. Например, мы всегда придем ОСББ на помощь. Мы поможем людьми, мы поможем техникой, мы поможем инструментам, оборудованием. Если жители нашего города про зеленый Мариуполь, про город-сад, то мы всегда с ними. Я вам дуже дякую. Нам вже час завершувати. Дуже дякую за те, що прояснили багато запитань, які у нас виникають. Друзі, нам вже час прощатись, і я хочу вам побажати, щоб ви берегли те, що робить наше життя кращим. Не так багато таких речей. Давайте ставитись до них дбайливо. На все добре, до зустрічі наступної п'ятниці. До свидания.